Ну что, ребяточки мои, вот такой экскурс маленький, пока мы все еще не обошли это Берендеево царство. Мы еще дальше сейчас пойдем. Я взяла сюда реквизит, фотографироваться, там красивые ткани, там маски. Господи, какие тут маски, какие тут ткани. Тут все, понимаете, без масок должно быть. Ты вот такая снегурочка, ходишь по Берендеево лесу и ждешь этого морозка откуда-нибудь, вот как чудо. Вот. Ну что-то вот наш морозка не приходит. Ни к дочери морозка еще не пришел исполнить желание, ни ко мне. Ждем морозка своего для исполнения желаний. Вот такие прекрасные девочки. Сейчас я вам дочь свою потом покажу. Она меня сейчас снимает, а потом я вам ее покажу. Красавицу свою. Дочку Снегурочки. Вот, брянской. Вот. Вот такая Снегурочка. Вот этот мой царство. Я сельская девочка. Я из своего дома, из частного. Я до 8 лет росла в деревенском доме. В красивом. Он, понимаете, деревянный был, с наличниками, с белыми. Дедушка до войны пастырь Леша, царство небесное. И я сюда попала, понимаете, как в детство. Вот этих уточек вам сейчас показывала, там гусей, понимаете. Это мое детство. Я просто счастлива. Я не могу вам передать, как я счастлива. Просто счастлива. Ребят, почаще выезжайте на природу. Все хвори, хворобы пройдут ваши печали. Все вас отпустит, понимаете. Природа лечит, природа дарит такое ощущение вот новизны. Я теперь не знаю, сегодня долго спать не буду, я приду домой, буду пересматривать эти видеоматериалы, и просто я не могу после этого спать даже. Гляньте, месяц какой-то, сказка какая-то, гляньте, вон там. Ой, красота.